Всем привет, с вами снова Лев. Покажу какие-то моменты из нашей жизни ижевской, удмуртской. Вот, например, за ночь может машину завалить. У нас практически, чтобы не видно было. Сейчас буду откапывать и поедем в интересное, красивое место. Покажу вам оттуда пару моментов. Прибыли на место. Идем туда. Еще одна точка обзора. Здесь кадр попадает не что иное, как кинос. Это дом снохи по удмуртской традиции. Больше 60 лет. Этому срубу вот недавно его сюда привезли. И с этой точки видно Чикирил, горнолыжный курорт. А там небольшая горочка белая виднеется. Нахожусь сейчас на самой вершине. Отсюда открывается такой вот замечательный вид. Это совсем рядом с Ижевском. Ближе всего к деревне Пирогово место находится. Речка, кажется, Сипыч. Надо уточнить. Еще одна точка, откуда видно Чикирил, горнолыжный комплекс. Снега в Удмуртии в этом году не так много, но у нас он, по крайней мере, есть. Потом сюда мы смогли забраться. Вот я хожу спокойно в валенках. Мне их достаточно, чтобы не проваливаться, не набирать снега. За прошедшее время мы, вообще говоря, много куда ездили. Ездили в район деревни Пойвай. В очень интересном доме побывали. Один из самых интересных домов, наверное, который я видел здесь, в окрестностях города. Это наши знакомые побывали в гостях. Просто будем жить, жить, так жить. Жить и нету жить, жить, так жить. Никогда не ныть. Надо просто жить. Представь, что лопнет колесо и нет домкрата, как назло. Нарви цветов и на дорогу выходи. И ты увидишь дальний свет. Тебе поможет твой букет. Красотка, жизнь притормозит кабриолет. Просто будем жить. Жить. Жить и нету жить. Жить, так жить. Никогда не ныть. Ездили в район Вовушки, в дом лесника-пчеловода. Тоже очень интересно было. Там большое хозяйство. Из огромных корабельных сосен сруб дома. Большого достаточно. Вот. Но видео это все не будет. Потому что когда я в Удмуртии нахожусь, в Ижевске, я все-таки немножко в другом режиме. Здесь другая жизнь. Вот у меня не всегда бывает возможность, не всегда бывает желание, мысли приходят, что-то поснимать. Но вот сегодня день другой, поэтому это место я решил побольше показать. Также побывали в ресторане кавказской кухни, покушали хачапури замечательное. Ну, пока вот мы вдали от Абхазии находимся, хоть как-то мысленно себя приблизить к этому замечательному благодатному краю. Покушать кавказской еды традиционной. Ну а здесь очень красивые места, как видите. Все это особенно когда со снежком. Очень-очень приглядно смотрится. Отсюда видно город Ижевск, кстати, часть его. Там вдали дома, это Ижевск. Как тебе, Мирюша, тут красиво? Да, красиво. Конечно, красиво. Какие пейзажи. Да, внизу уточню, все-таки это река Сипыч. А мы на вершине холма, на одном из ее берегов.
отсюда можно на тюбингах кататься. Кто это упал? Вид на то место, где я сейчас был, немного издали с трассы. Видите, холм, сверху деревья хвойные. Кстати, та гора, на которой мы были, это место довольно излюбленное раньше было у жителей деревни Пирогово. Они туда на лыжах, на санках ходили кататься. Ну и завершая это видео, хочу сказать, что в Удмуртии сейчас такая замечательная погода, когда снег липкий. Детям это очень время. Ну, вот я своего детства помню, я очень любил такие дни, когда можно слепить снеговика. Ну, всем, кто смотрел это видео, спасибо. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Подписывайтесь на канал. С вами был Лев из Удмуртии. Пока-пока.